Кто против? Понимаете, это было против. Кто воздержался? Это против законности. Вот Майдан, люди, которые там собрались, и оппозиционные политики, которые поддержали Майдан, присвоили себе право говорить от всего украинского народа. Сегодня на 38-й сессии Александровского городского совета субъект законодательной инициативы выступил с депутатским обращением в адрес председателя Верховной Рады Украины, исполняющего обязанности президента Украины. Мы обратились, зачитали обращение на сессии. В данном обращении мы полностью поддерживаем деятельность Луганского областного совета и деятельность председателя Луганского городского совета Валерия Николаевича Галенко. В данном обращении мы говорим, что вся деятельность Валерия Николаевича Галенко и Луганского областного совета направлена на стабилизацию ситуации в области. Галенко Валерий Миколаевич не порушує ніяким чином чинне законодавство України. Як депутати проголосували? Но депутати заканчивается просто Александровского городского совета большинство проголосовали против данного обращения, тем самым считая, что действия Луганского областного совета не направлены на улучшение ситуации в стране. Забыл сказать, что на фракции партии регионов Резник рассказал депутатам, как надо голосовать по данному вопросу. И сам Резник тоже не поддержал Галенко. Да, сам Резник. Вот это надо сказать. Что это инициатива Резника. А то мы как бы сливаем все на депутатов. А для кому же вы подчиняетесь? Фракции партии регионов остаться буквально на 5 минут.